Мне 24 года, работаю операционистом в банке. Моя история не совсем стандартная, я год просидела на кето, а потом перешла на более привычный план питания и похудела на 65 килограммов за 2 года. Я росла очень спортивным человеком и постоянно занималась каким-нибудь видом спорта. Переживать о том, что и как я ем, не было причин. А потом уехала учиться в университет и перестала заниматься спортом. Вес пошел вверх. Поначалу я не осознавала проблему и не делала ничего, чтобы избавиться от лишних килограммов. Но потом стала постоянно чувствовать усталость, захотела выглядеть по-другому и все время чувствовала, что что-то не так. Мне пришлось пообещать самой себе, что я все изменю и не буду пользоваться отговорками. В начале моего пути к похудению я изучила кето-диету и около года ее придерживалась. Я слышала много вдохновляющих историй от людей, которые ее опробовали, и думала, что это будет хорошим вариантом и для меня. Так я похудела на 45 килограммов, а потом поняла, что готова к новым свершениям. Я перешла на высокоуглеводную диету, противоположность кето. Теперь я не чувствовала таких серьезных ограничений и могла позволить себе больше вкусной еды, не забывая, впрочем, о разумном выборе. Завтрак, бутерброд из цельнозерного хлеба, яиц, сыра и ветчины, кофе с обезжиренным молоком. Обед, курица с рисом, брокколи и сыром фета. Перекусы, белковые батончики, орехи. Ужин, индейка или говядина, сыр, салат из шпината. Я начала с домашних тренировок по полчаса 3-4 раза в неделю. Мой организм с детства приучен к спорту, так что это давалось мне довольно легко. Спорт снижает уровень стресса, я становлюсь сильнее и быстрее. Как правило, у меня 2-3 силовые тренировки и 1-2 забега или других кардиоупражнений. Во-первых, я стала гораздо увереннее в себе. Я поняла, что невозможно похудеть за одну ночь, но и постоянно ругать себя за ошибки в питании тоже нельзя. Во-вторых, я ем то, что люблю. Думаю, мне очень помогли похудеть те продукты, которые я обожаю. Да, от некоторых пришлось отказаться, но в целом все очень хорошо. Наконец, я нашла единомышленников, у которых были те же проблемы, и вместе мы многое преодолели. Я похудела на 65 килограммов за 2 года. Да, мне тоже казалось, что это невозможно. Но как только я поняла, что все получится, получилось. Потеря веса изменила мою жизнь, и я не собираюсь от этого отказываться. Фото Инстаграм.